Цены на зимнюю одежду и обувь растут с каждым днем. Ценники могут подскочить на 30-40%. Чтобы сэкономить деньги, люди отправляются на местные ярмарки и рынки, где можно подобрать зимний гардероб, при этом заплатив за вещь намного меньше, чем в брендовом магазине. Приезжаю, во-первых, семью свою здесь одеваю. Вот. И своих родных и близких, и подругам советую, потому что здесь как бы товар можно приобрести по заниженной цене. Даже в 2-3 раза дешевле можно приобрести даже оптовую цену. Поэтому, можно сказать, мы здесь одеваемся за копейки. Остужевская ярмарка полна многообразием товаров на любой вкус и приемлемыми ценами. Сюда приходят прицениться, подобрать гардероб. Нет, мы пришли просто полюбоваться, пока так вот не конкретно за вещью, но просто прийти, поинтересоваться, пройти, посмотреть, какая цена и присмотреться на будущее. На ярмарку Остужевскую приходят семьями, ведь в основном обновляется гардероб детских вещей. Хотелось бы ребенку подыскать обувь подешевле. На зиму. А почему вы приехали именно сюда? Именно только из-за цены или из-за качества? Цена и много изобилия товара. Как объяснили продавцы, вторник не самый бойкий с точки зрения торговли день, но конкуренция заставляет продавцов относиться к каждому покупателю с особым вниманием и в другие дни. Обслуживание хорошее, девушка нам вот обувь подобрала, ребенку даже предложила сама померить. Во время нестабильности цен на рынке ярмарки остаются самым доступным для людей с низким или средним достатком. В осенне-зимний сезон именно на них можно найти самую доступную и качественную одежду. Евгений Карманов, Сергей Артемов, 41 канал.